жду лета. Очень-очень, потому что я устала от весны. Ну сколько можно орать под моими окнами? Все нормальные коты давно уже успокоились, а мое чучело-мяучело орет уже третий месяц. И ничегошеньки не помогает. Да сколько можно-то? Кто? Я? А когда окна ставила, обещали шумоизоляцию. Бесят меня все! А если я тебе 3 месяца по духу орать буду? Тоже мне находчивый! Пошли, помогать будешь. От такой вот катавасии ты, Благовещенец, не застрахован. Пластиковые окна, к сожалению, могут установить спустя рукава. Начнутся сквозняки и прочие неприятности. Не бойся, специалисты все устранят. При установке пластиковых окон важно обращаться к проверенным специалистам. Но если у вас уже возникла проблема, окна сквозят или их перекосило, то это можно исправить. Специалисты легко исправят любую проблему, а ремонт займет у вас немного времени. Мастеру своего дела все под силу. Специалисты на 3.15 определят, где и как твое окошко подлатать. Фурнитура с некачественной легко меняется на добротную. Кстати, лучшие ее изготовители – немцы. Чаще всего из фурнитурных частей страдает резинка-уплотнитель. Если ее заменить, то окошко будет плотно прилегать, и не страшны тогда кошачьи вопли. Слушай, крыса, а ты ничего такой? Уж я тебя домой заберу, будешь у меня лежать на подоконнике, пузо греть. О, есть что погреть. А чтобы Кисе было комфортно, избавься, Благовещенец, от сквозняков. Мастер посмотрит, откуда дует. Если снизу, то окно опустят. Надеюсь, дальше по аналогии догадаешься. А если какой-нибудь неумный человек разобьет тебе окно, то не спеши обрывать ему руки. Пусть живет пока. Вызови лучше мастера, который за небольшую сумму поменяет стеклопакет. Лысые коты, говорят, дорого стоят. Вот продам тебя и окно себе новое на кухню поставлю. Под интерьерчик. Серенькое. Не надо меня продавать. Я к лотку приученный. Благовещенец, если белый цвет стал для тебя пресным, или ты просто хочешь добавить красок, то цветной профиль – твое спасение. Выбирай, как твоей душе угодно. Под цвет обоев, мебели, глаз, волос, юбки или тапочек. Ну а если ты верен классике, то будь верен еще и качеству. Заказывай окна из профиля корейского. Называется он LG. А какой поставить стеклопакет? 3- или 5-камерный? Тоже спроси у мастера. Он на все вопросы ответит и глаза на подводные камни откроет. Ой, хорошо, сейчас домой приду, не дует, не шумно, книжку буду читать. Окна починила, дома хорошо, уютно, тем более у меня есть теперь теплая киса. За оконную инструкцию отвечала Дарья. Мяу, дежурная по рубрике. Мяу-мяу.